опускаем ладонь, все повторно, замок, руки прямые и перпендикулярно земле. И начинаем. Забота о безопасности ребенка – дело важное. Каждый родитель должен знать простые правила. Практику и теорию преподали на областном родительском собрании в Химках. Большое внимание уделили оказанию первой медицинской помощи. Познакомили мам и пап с самым главным элементом детской одежды – светоотражающими полосками. Также рассказали о том, как правильно выбрать кресло в машину. И, конечно, живой диалог с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой, сотрудниками ГИБДД и МЧС. Специалисты уверены, лучшая профилактика детского травматизма – личный пример родителей. Также считает и Елена Шмелькова, мама двоих мальчиков. Она всегда пользуется ремнями безопасности и научила своих детей даже на зебре смотреть по сторонам. Старалась во время нахождения на улице или где-то в помещениях объяснять, ну и показывать, да, своим примером, что там нельзя переходить улицу в неположенном месте, и как бы им показывала, где надо переходить. Идея собрания возникла не случайно. По статистике, с начала года в Московской области при несчастных случаях погибли больше 180 детей, травмы получили больше 600. И львиная доля этих ситуаций происходит на дорогах. Мы сейчас пройдемся по всему Подмосковью. Если будет запрос у родителей, мы, конечно же, будем повторять такие мероприятия. И для нас, на самом деле, очень важна тема безопасности детей. Я бы очень хотела получить отзыв от родителей. И мы будем понимать, насколько это интересно, востребовано и сейчас необходимо современным взрослым. Неравнодушных много. На областное родительское собрание пришли около 250 родителей. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей,